На телеканале «Актобе» стартовал новый сезон. По традиции, столь значимое событие ожидается с особым нетерпением. Телезрители ждет целый ряд новых проектов. Они пополнят и без того насыщенный эфир. Уже сейчас наша телекомпания радует аудиторию тематическими программами по самым различным направлениям, в том числе информационно-аналитическими, социальными и образовательными, одними из лучших в республике среди региональных телеканалов. Телеканал «Актобе» имеет богатую историю. Это настоящая школа телевизионной журналистики. Всем известно, что многие редакторы и корреспонденты, которые здесь начинали свой трудовой путь, теперь успешно работают на республиканских каналах. Церемония открытия нового сезона получилась яркой и насыщенной. Безусловно, мероприятие подобного масштаба не могло обойтись без ветеранов нашего телеканала, которые выступили с пожеланиями в адрес нового поколения журналистов. Сегодня особенный день для сотрудников. Старт нового сезона – это всегда особенное событие. Радует, что очень много молодежи сейчас работает на областном канале. Теперь важно трудиться, повышать свое мастерство. Телекомпании уже 63 года, и я проработал здесь 40 лет. Желаю сотрудникам канала творческих успехов, всех благ и достижения поставленных целей. Новый сезон телекомпании «Актобе» вступает с новыми амбициозными проектами, порадует зрителей и уже имеющиеся программы, ток-шоу и другие телевизионные продукты. Безусловно, телеканал не стоит на месте, а развивается согласно веяниям времени. Ежегодно обновляется материально-техническая база, улучшаются условия труда сотрудников. «Актобе телеарнасы» был. В новом сезоне на телеканале «Актобе» выйдет 4 новых проекта. Программы охватывают самые разные возрастные аудитории – и детей, и взрослых. В целом год для нас выдался неплохой. Укрепилась материально-техническая база. В прошлом году повысилась зарплата сотрудников. Надеемся, что и в следующем году удастся повысить заработную плату. В этом направлении работа ведется. Всем известно, что наш телеканал – хорошая школа. Многие сотрудники на ведущих ролях в крупнейших республиканских телекомпаниях. Сейчас у нас также трудятся новые кадры. Работает много молодежи. Как уже упоминалось, в новом сезоне телезрители ожидают сразу 4 новых проекта. Так, 2 раза в месяц будет выходить ток-шоу «Айтар-Мбар». Приглашенные гости обсудят актуальные темы и вопросы социальной направленности. Любители роад-шоу порадуют программу «Актобе Тур», которая будет направлена на популяризацию туризма. В эфир проект будет выходить 1 раз в месяц. Для детской аудитории будет интересна передача «Жаздарын». Кроме того, 2 раза в месяц в эфире будет транслироваться программа «Ойлайн» – развлекательное интеллектуальное шоу. Николай Сырбов, Самат Каликенов, Миржан Аманжолов, телеканал «Актобе».